Шри Шримад Бхактивиданта Ванна Госвами Махарадж, Малайзия, 7 сентября 2018 года, утро. У вас есть баджана рахаси? Прежде всего, я предлагаю слушайте харикатху. Шри баджана рахаси. Восьмая ступень садхана Ратри Лила. Према Бхаджана Самбхога Майя. Сиддхи Ништха. Према, Бхаджан Самбхога. Она продолжается с полуночи до полчетвертого. После полуночи до 3:30 утра. В этой главе Шрила Бхактивинода Тхакур обсуждает сиддхи и ништху. Совершенство. Как стать единонаправленным и зависимым от Кришны. Это обсуждается в Шикшаштаке. И называется это Айткантик Ништха. Айткантик Ништха. То есть непоколебимая вера. И полная направленность на Иштадева. Айткантик Ништха. Это также обсуждается в Шикшаштаке Господь Чайтанья Махапрабху в последнем стихе Шикшаштаки, в восьмом, говорит об этом. Мат прано натасту са ива на паро. Аслисса ба падуратан пинаштхам мам одарсанат мармахатан карату ба. Ятха татхава видадхату лампату мат прано натасту са ива на паро. Let that Dabuchi Krishna and tightly embrace Krishna волен крепко обнять меня, свою служанку, всегда жаждущую служить его лотосным стопам, или разбить мое сердце, не появляясь передо мной. Он по весу, который может поступать, как желает. Даже если он будет обнимать другую у меня на глазах, все равно он
Он останется моим Прананатхой, ибо не существует для меня никого, кроме него. Так Шримати Радика любит Кришну. Бхактивинод Тхакур также пишет: Ты также объясняется в Чайтане Чаритамрите. Ами Кришна Пададаси. Шримати Радика в своем настроении разлуки говорит: я его служанка, а Кришна — это воплощение вкусов, алингия кари атмасатха. Он обнял меня и принял себя, меня в своем сердце. Возможно, он даст мне даршан. Или погрузит меня в океан разлуки. Все еще он будет моим прананатхом, господином моего жизненного воздуха. В Чайтанья Чамритамрите Кришнадас Кавирадж Госвами также объясняет: মোরে যদি দিয়ে দুঃখ তার হইল মহাসুখ সেই দুঃখ মোর সুখ বর্জ্য শ্রীমতী রাধিকা сказала: о Сакхи, я служанка лотосных стоп Расика Шикары Шри Кришны, являющегося океаном счастья. Он может заключить меня в тесное объятие или растоптать меня ногами. Он волен осчастливить меня, милостиво дав свой даршан, или разбить мне сердце, исчезнув с моих глаз. Он может оставаться глух к моим сокровенным желаниям. Тем не менее, он является моим прананатхом, господином моей жизни. Сакхи, я решила, что он волен любить меня, даря мне счастливую удачу и, будучи полностью в моей власти, отвергая всех остальных прекрасных женщин, он может развлекаться со мной у них на глазах, причиняя им боль. Или назло мне может лгать, вести себя надменно, двулично и распутно. Он может мучить меня, развлекаясь с другими у меня на глазах. Все равно он и только он является моим прананатхой. Меня нисколько не заботит собственное счастье.
Я хочу только, чтобы он всегда был счастлив. Смысл моей жизни состоит в том, чтобы делать его счастливым во всех отношениях. Если ему нравится причинять мне боль, то эта боль – мое величайшее счастье. Насколько Шримати Радика направлена лишь на Кришну? Это означает, что Шримати Радика полностью предалась Кришне. Что нужно в баджане в первую очередь? Это предаться шаранагати. Есть шесть составляющих шаранагати. Это шесть составляющих шаранагати. Нам необходимо принять то, что благоприятно для Кришны, и отвергнуть то, что неблагоприятно для Бхакти. Всегда нужно думать, Кришна – тот, кто поддерживает и защищает меня. Атманикшепа карпани. Это означает вручить свое сердце и душу Кришне. Карпани. Что означает? Это означает смирение, дайне. Потому что анги, части, бхакти, они вечно неразделимы. И все эти вещи в то же время увеличиваются в сердце преданного, когда он полностью предается лотосным стопам Гуру и Кришне. Это называется шаранагати. Бхактина Такур Джайвадхарме объясняет, шаранагати – это не части бхакти. Но без шаранагати, без вручения себя невозможно развивать бхаджан и садан. Анукулья санкалпах – это является признаком чистой бхакти, чистого преданного служения, потому что тот, кто служит Кришне, всегда пытается удовлетворить лишь Кришну. А что второе? Вы должны оставить все ради исключительного наслаждения Кришны. Если вы оставите что-то ради Кришны, ради его счастья, то он будет счастлив. Что вы можете оставить ради исключительного счастья Кришны? Асатсангу. Плохие сообщества. А что вы можете оставить ради исключительного счастья Шримати Радики? Какие вещи? Если вы оставите это порадует Шримати Радику. О чем идет речь? Что вы можете оставить?
Тех, кто выступает против настроения Шримати Радхики. Тогда к вам придет Рагануга Бхакти. Есть пять составляющих Рагануга Бхакти. Каковы они? Ты знаешь или нет? Выучить. Первое называется Бхавамай. То, что благоприятно для нашего настроения. Пять раз служения. Любой из них вы можете принять. Бхава Самандхи. Принимать тех, кто находится в вашем настроении, кто поддерживает его. Или принимать то, что благоприятно, например, мантры Гупала, мантра Кама Гаятри, Радха мантра. Эти мантры называются Бхава Самбандхи. Для Мадхурья Расы вам нужно повторять Кама Гаятри мантру. Понимаете? Это называется Бхава Самбандхи. Дхьяна, медитация. Какая медитация? Кришна Дхьяна, Радха Дхьяна. Медитация на Шримати Радхику и на Кришну. Для начала нужна Атма Дхьяна. Медитация на собственную конституционную форму Атма. Когда вы просыпаетесь рано утром, вам нужно медитировать на собственную душу, совершать Атма-дхьяну. Для начала вы должны медитировать на это, что я не являюсь Брахманом, я не являюсь Саньяси, я являюсь слугой Кришны, который является возлюбленным Гопи. Все так просто. Медитируйте так. Тогда вы продвинетесь и сможете медитировать на самих себя. Это очень высокий уровень. Я Гопи, окруженная другими Гопи. Я служу Шримати Радхике под руководством Рупы Сакхи. И у меня очень красивый облик. Я украшена замечательным образом, двумя видами украшений. Бхава Аланкаром. То есть необходимо украшать себя различными настроениями. Аланкар здесь означает украшение тела. Как Шримати Радхика украшает себя различными красивыми серьгами, носовыми серьгами, ожерельем. Также браслетами, которые одеваются на руки. На верхнюю часть рук. Нанесение каджал или сурьмы на глаза. Таким образом,
Это все называется аланкар. То есть декорирование. Бхава аланкар – это украшение себя с помощью различных настроений. Так называемые экстатические симптомы, некоторые из которых являются внутренними, другие – внешними. Это называется аланкар. Далее дхьяна, медитация. Есть два вида медитации. Первая называется садхарана, то есть общая медитация. Каждый должен медитировать на самого себя, на хамвипро. Такого рода медитация должна присутствовать. Затем вы будете продвигаться в практике. Итак, шаранагати. Не является частью бхакти. Но когда садхака приходит на высокую стадию, то есть шаранагати, как Шримати Радика полностью предается лотосным стопам Шри Кришны. Поэтому в этом стихе Шримати Радика говорит: Кришна может обнять меня или растоптать меня стопами. Возможно, я буду чувствовать огромную разлуку с Кришной и не получу его даршана. Потому что гопи, особенно Шримати Радика, не может вынести секунды разлуки с Кришной. Это ее высочайший уровень, ее Махабхава. Каковы признаки Махабхавы? В течение многих дней Брахмы совершается танец расы. Но гопи думают, что им все равно мало времени. А одна секунда разлуки с Кришной длится для них миллионы лет. То есть все противоположно в их восприятии. Мы не можем себе представить их любовь к Кришне. Поэтому говорится, возможно, он будет развлекаться с другими гопи на моих глазах, и это принесет мне много боли. Тем не менее, я буду терпеть это. Потому что он господин моей души, он все равно им останется. Thank you.
Итак, помните, что в Кришна-бхакти есть две вещи. Что это значит? Значит, нужно отвергнуть, принять все, что благоприятно для Кришны, и отвергнуть все, что неблагоприятно для Кришны. Как развить шаранагати? Мартю яда от якта. Преданный, который помнит об этих играх, находится на трансцендентном уровне, исполненном вечности, знания и блаженства Сатчитананды. Тело Вайшнава подобно телу Шри Кришны. По этому поводу Шримад Бхагаватам Кришна говорит Удаве: тело Кришны – Сатчитананда. Таким же образом, тело преданного Кришны – также Сатчитананда. В этом стихе написано: «Мартию яда тьякта самаста карма». Когда человек отказывается от плодов своей деятельности и полностью предается мне, он удостаивается особой премы. Это результат моей милости по отношению к нему. Я освобождаю его от старости и позволяю ему вступить в мою вечную обитель, где он может вечно служить мне. Вращаясь в круговороте перерождений, только чрезвычайно удачливый индивидуум, живое существо, отдает тело, ум и речь на служение Господу. Он оставит все плоды своей деятельности, своей кармы. Это значит, что когда вы полностью предадитесь лотосным стопам Кришны, Кришна даст вам прему. Он говорит в этом стихе: я очищу, просто предайся мне. Я освобожу его от старости и позволю вступить в мою обитель с вечными играми. Бхагавад-гите Кришна также говорит: я дам будхи.
What is it called? Buddhi yoga. Inspired in his heart. То есть я вдохновлю его из сердца, как войти в чистое преданное служение. So, having explained the Samandha Tattva, объяснив Самандха Таттву, взаимоотношения Дживы и Бхагавана, Абхидея Таттву, процесс достижения высшей цели, и Прайоджана Таттву, высшую цель. So, Krishna told Uddhava, дорогому Удаве, Кришна, перед тем, как уйти из этого материального мира, он объяснил Удаве. Он дал ему некоторые наставления о том, как обычный садака должен развивать свою садхану и так достичь своей высочайшей цели. Нивидита атма – это то, как предложить свою душу лотосным стопам Кришны. И когда садака предлагает свое тело, ум и речь Кришне, тогда его тело становится сад чит ананда. Таким образом, он будет служить мне, говорит Кришна. Потому что кто будет служить Кришне? Тот, у кого тело сатчитананда. Невозможно служить Кришне материальным телом или материальными чувствами. Но когда к нам придет тенденция служить Кришне, тогда его йога-майя сделает наше тело чин-майя. Таков процесс. Без чин-майи шариры, без трансцендентного тела невозможно служить Кришне. Таков процесс. И здесь говорится, как наше материальное тело станет чин-майи трансцендентным. Это невозможно, потому что это тело создано из пяти элементов, которые тоже материальны. Они никак не могут стать трансцендентными. Но необходимо тадатма, единство с энергией Кришны. Такой пример. Если взять металлическую палочку и положить ее в огонь, она раскалится. И если мы прикоснемся ею к чему-либо, то эта вещь загорится. Таким же образом, когда садака служит Кришне, тогда Кришна с помощью своей йога-майи делает его тело трансцендентным. Поэтому говорится, Сарвопади винир муктам татпаритрана нирмалам хисикейно хисикейсо севанам бхактира учате. This is the definition of bhakti. Таково определение бхакти. Тот, кто свободен от каких-либо отождествлений себя и кто полностью предался Кришне, чье сердце чисто. Он
он будет служить этим телом Кришне, которое зовется Хришикеши. Что значит Хришикеши? Это тот, кто верховный, управляющий чувствами. Таким же образом, тот, кто полностью предается Кришне, с помощью йога-майи обретает трансцендентное тело. Бхактивинода Тхакур написал этот стих. Отказаться от плодов всей своей кармы и полностью предаться Кришне. Тогда тот, кто служит мне таким образом, его тело станет трансцендентным, и с помощью него он сможет войти в сладостные игры Кришны. Таков процесс. В этом стихе объясняется о Самбандхи, Абхидеи и Прайоджане Татве. В общении с чистыми преданными Господа, Бхакта постепенно приобретет бхавы в своем сердце. Необходимы саду санга и нама санкиртана. Но какой должен быть садху? Садху с чистым сознанием, с чистым умом. И он должен быть в том же настроении, что и вы. Если у него не такое настроение, как у вас, тогда према не проявится в вашем сердце. Например, кто-то находится в настроении Айшварьи, а вы находитесь в настроении Мадхурии, в настроении возлюбленных Кришны. Если вы будете общаться с теми, кто находится в настроении Айшварьи, то Бхакти-деви не проявится в вашем сердце. Таков процесс. Гур Примананды. Завтра больше обсудим. Уже 9 часов, пора Махапрасад принимать. Сколько составляющих Шаранагати? 6. Тот, у кого есть Шаранагати, когда он молит Кришну, Кришна слышит его молитву. А если нет предания Кришне, то Кришна не внемлет таким молитвам. Шаранагати возникает в самом начале, на стадии Шрадхи, и продолжается в Шаранагати Радике, в ее Махабхаве, неустрашимой, непоколебимой и любящей. Гур Примананды. Давайте примем прасад.
Сколько я выступал? 40 минут. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Хари Хари, Хари Хари. Итак, Прабху, Хари Бо, Хари Бо.